счастлива, что мне, простой советской девушке, выпала большая честь совершить полет в космос. Только тогда дрогнуло, когда я говорила с мамой. Я летела над Волгой, моей родной рекой, на которой я выросла. И я говорила с мамой. Вот тогда голос дрожит. Никогда не забуду. Она мне только говорит, обманула. Сказала, мамочка, ты меня только прости. Мне вот еще разок, и я бы успокоилась. Слетать. В семейном альбоме Нины Гавриловой есть снимок, который хранят особо бережно. 19 июня 63-го. Валентина Терешкова на Алтае. У нее даже нет такой фотографии. У Терешковой нету. Это я вам точно говорю. 52 года назад Алтай ждал первую мисс Вселенную. Накануне в местные сельсоветы нескольких районов пришли правительственные телеграммы. Официально приземлиться Валентина Терешкова должна была в Казахстане, но на всякий случай руководство страны страховалось, и, как оказалось, не зря. Жителю села Леньки Сергею Истомину в 63-м было 13, и он до сих пор помнит события космического масштаба. Взрыв белый, хлопок, что-то шар летит какой-то, и туда за бугор вроде... как опускаться. Мы из воды выскочили, побежали, кто на велосипед, кто на чем. Ну, а он летит и летит, и дальше из-за горизонта скрылся. Шар улетел на поле в соседний Баевский район. Здесь в память о приземлении Валентины Терешковой установлена стела. Эту государственную тайну рассекретили не так давно. До этого больше 40 лет было принято говорить, что все пошло по плану и Терешкова села в Казахстане. Но теперь все знают правду. Из космоса первую женщину-космонавта встретила именно Алтайская земля. Первый вопрос, который она задала, где я? Ну, не сказали. Алтайский край, Баевский район. У нее были первые слова «Ого, куда я просвистел». Валя Терешкова попросила воды, ей принесли, а еще угостили огурцами, картофелем. Она дала попробовать еду в космических тюбиках. Это уже легенды. Детали той встречи передают из уст в уста. Но не только говорят, а еще и показывают эти эксклюзивные фотографии. Вот Валентина Терешкова с местными жителями улыбается, а здесь на такси едет в отделение связи. Водителем был одноклассник Нины Гавриловой. Вот он в будке был, когда уже вертолет прилетел, и они приехали в Чуманку, и где-то там будка вот эта вот была, и она вышла на связь с Центром управления полетом, как нам теперь стало известно. А тогда, говорили, в Москву позвонила. Говорят, больше Валентина Терешкова в край так ни разу и не приехала. В этом году ее снова готовы здесь встречать. Пригласили на 80-летний юбилей второго космонавта планеты Германа Титова. Эту дату регион будет отмечать 11 сентября. Может быть и правда, первая мисс Вселенная снова прилетит. Прошло 52 года, а Алтай по-прежнему ждет свою небесную гостью. Марина Богданова, Галина Сивова, Вести Алтай.